Всем привет, вы на канале Blood Pontiff. Мы продолжаем играть нашу игрушечку под названием Город. Тонущий город, да. Полон мистики и тайны. Что-то в последнее время у нас какой-то туман начал появляться. Такого не было, я не помню, что был туман. Все говорил про погоду. А, да, кстати говоря, дождя-то нет. Дождь кончился, офигеть. Закончился дождь. Да. Так, мы остановились на... Чинтодо похищает людей и проводит оккультные обряды. Примером может служить ритуал в клубе Орион. У Блэквуда есть план. Блэквуд утверждает, что хочет спасти город от безумия. Ключевую роль в его планах играет Гарри Доу. Отлично. Это логично. Итак, мы остановились на... Человек из клана сказал, что у Бернта Блэквуда есть убежище в западной части Гринфин Бэй на Deep Shore Road между Шкипет Роу и Марш Авеню. Клан отправил туда разведчиков, но они так и не вернулись. Значит, нам надо опять местность выбрать. Запад Гринфин Бэй. Где он у нас? Deep Shore Road. Вот он. И между Шкипет Роуд. Вот тут. Прям. И Марш Авеню. А где Марш Авеню? Я не вижу здесь Марш Авеню. Запад Гринфин, Deep Shore Road. Вот он идет. Между Шкипет Роуд и Марш Авеню. А, вот он. Значит, вот здесь где-то. Отлично. Идем на место перемещения нашего. Все нормально? Все нормально. Очистите глаза свои пламенем, ибо закат времен уже близко. Очистите глаза свои пламенем. Лицо поднесите к огню, да, и посмотрите. Гребаные. Вот здесь. Так. Попа видос. Костюмчик сумасшедший изменили уже, ты чё? Плющит. Немножечко. Мальца совсем. Все нормально, все хорошо. Что-то. Все. Бесплатный столовый на Deep Shore Road приглашает всех. В смысле бесплатный? Кто будет готовить бесплатно? Ну, конечно, я ничего не говорю, но все равно. Типа, как так-то? Похоже на простыни. Кто-то был здесь совсем недавно. Вообще-то еще и спят, походу, я тебе так скажу. Мясо жарит. Это, наверное, первый кадр, когда мы видим, что мясо жарили. Они с рыбы что-то делали. Ухой пахнет. Да ты что, блин? Похоже, она лежит тут несколько дней. Колбаса, курица. Еды здесь столько, что можно выдержать осаду. Ну да. Ухой пахнет. Ухой пахнет. Так, похоже, он направляется в одну из этих точек. В какую именно? Не наверх хочешь? Нет, подожди, я еще тут не все посмотрел. Ой. Фига. Подвал что-то интересное, как всегда. Ну, пойдем наверх.
Сначала так. Похоже на... Так. Что-то прервало мне тут опять ошибку. Так. Что тут осталось-то? Алло. Кто-то любит читать лекции. На третьем тоже ничего, как всегда. Похоже на простыни. Кто-то был здесь совсем недавно. Одна и та же фраза на три кровати. Зачем их вообще делать тогда? Синюшки, все дела, блин. Откуда вопрос? Короче, к той стенке надо ходить. Меня вот бесит, ты вот в этом видении, блин, находишься, ничего не видишь, тебе надо подойти в упор к стенке, блин, что там за этой стенкой, ты уже ничего не видишь, потому что у тебя куча видений, блин, всплывает. Горло перерезано, чистая работа. Горло перерезано, чистая работа. Я уже на этом смотрю. Горло перерезано. Чистая работа. Здесь больше ничего нет. Только два трупа. Так, похоже, он направляется в одну из этих точек. Я в море. Никогда не думал, что смогу проделать этот путь. Идите, а я пока поговорю с остальными. Время пришло. Сокрушим лжепророков Ордена и освободим профессора Доу. А вот она типа сидит, да? Кто-то просто наблюдает. А ты кто? Это вот этот? А, это вот этот. А нифига, нафига? Он ее похитил, короче. Так он с... А, ну он с этими семи смутцами, значит, в заговоре, короче, получается. И... Нифига, он нехороший. Она просто стоит с ними, что ли? Спокойно. Ее, может, никто не похищал? Или уже мозги прочистили? Прикончите незваных гостей. Они сами напросились. Увидимся наверху. Пора во всем разобраться. Ничего не понял. Ворону вот это самый низ. Прикончите незваных гостей. Они сами напросились. Увидимся наверху. Что ты? Откуда тут взялась вообще? Я в море. Никогда не думал, что смогу проделать этот путь. Идите, а я пока поговорю с остальными. Время пришло. Сокрушим лжепророков Ордена и освободим профессора Доу. Блэквуду нужна Гарри Доу. Он собрал целую армию. Нужно выяснить, куда он отправился. Что там у нас? Нужно выяснить, куда он отправился.
Оценили, что они идут в море, чтобы это не значило. Отметки на карте. Нашел карту, на которой отмечено несколько мест. Я, блин, повёл своих людей в море. Судя по карте, есть только один выход на берег. На запад, Salvation Harbor, в конце Пембергуэйн. Тот нуждается в Гарри. Орден задумал что-то опасное, и Гарри играет важную роль в их планах. Ой. Нет? Странно. Так, мы вычислили, куда нам надо. Естественно, у нас ни патронов, ничего вообще нет уже. Хоть это, что хочешь, делай. Ну, навыки зато есть. Может смело очищать улицу от врагов, дробой ковыльчин, разброс пули, повышенный урон. Шикарно, приобретаем. Призаряжайте револьвер быстрее, спасибо. И мне надо, наверное, этот... Просто патроны хочу увеличить, можно? Отлично. Ролики найдены, отлично. За долгое время с первого раза, блин. Итак. Нам надо... Salvation Harbor, конце Пембергуэйн. Пора погружаться. Это где? Пембергуэйн. Конце вот здесь, то есть. Ага. Интересно, когда нам Томпсон дадут? Фред договорился о встрече с Эбером Блэквудом. Мне нужно помнить, что Эберн будет ждать Фреда, а не меня. А, ну это то, что у нас не получилось как раз. Когда мы пошли на встречу, а... Там закрутилось, завертелось. А самое интересное то, что вроде нам обещали сказать сразу, где будет профессор, а в итоге нам этого даже и не сказали, по сути. Блин, есть какой-нибудь домик, полутать просто предметы? Хочу. Блин, сейчас там опять этих, блин, этих помощников вылазить. Только не перевази, не надо. Ага. Не хочу. Ну, блин, большой. Вот я про него и говорил, что это не хочу. Действительно, чего?
Жесть. Ну, и сейчас посмотрим, стоило это того или нет. Там немножко. Немножко, если столько и стоило, походу. Только у нас не гранат, ну. Куда мы поплыли? Зачем я это вообще поставил? Если нам вот сюда надо. Блин, может здесь еще что-нибудь найдем? Что, блин, что-нибудь получилось, а нет? Опа-на, вылазит. Здорово. Погнали. Че нас там ждет? А, ну это обычное погружение, как всегда. Можно было пропустить, в принципе. Ну ладно, пусть будет. Наше третье погружение, по-моему. Тут уже лежит. Ничего не видно. Как здесь пройти, если они же это фигачат? А, понял. Залазь, ты будешь как-нибудь туда? Я чего должен делать, если он не лезет? Как там чиниться? Где? Как не залезть, если он не лезет? Алло. Он то лезет, то он не лезет. Что я вот с этим должен сделать? Опять не на то нажимаю. Тут это вот они вообще вот это, в этом плане разрабы, по-моему, очень сильно ошиблись. Это так сделали. Потому что как еле-еле передвигаешься, так еще надо еле-еле залезть на выступ в этом скафандре. Вот типа лестницу сделали, как подъем, да, но он мне не залазит. Что такое? Что такое? Больно, что тебе? Ну, а тебе еще. Я не против. Еще хочешь? На. На. Блин, опять это огромная фигня тут. Тентакли, блин. Давай не ешь маленько, что будет интересно. Да, чихать хотел вообще, наверное. Ой, блин.
Куда идти? Куда идти? А вот тут нашли. Мы здесь не были разве? Мне кажется, я здесь был. Да вы чё, блин, офигели, что ли? Ну, я не знаю. Твоей вины я здесь не вижу вообще. Я заблудился. А если я заблудился, я вот не виноват. Так, трупы и фонарь, это, короче. Да стой, блин, да что? Ой, блин, а. Тут не готов. Вот куда тут идти? Вон фонарик, по сути, да? Где фон свет? Да и надо идти. Успокойся. В смысле, ты должен быть оглушенным, алё? Вали оттуда. Как только задвигается, сразу спалей. Он не двигается, зашиваемся. Не смотри на него. Чё ты смотришь на него? Не смотри на него, говорю. Не сходи с ума. Ты же морпех. И кто там? Как вас там? Бывший. Это все сложнее, сложнее погружение, типа. Типа сложно. Надо зашиться, мне не нравится, что мы почти дошли. Коп такой, как это, пепнулся просто. Опа. В швейцарском сыре дыры то меньше. Нормально. Гильза порох, пара патронов. Гильза порох, пара патронов. Ну такое. Че надо? Ух ты, блин. Я ж тебя даже не ожидал увидеть. Где еще? Я его не вижу вообще, если честно. Ну умри, блин, короче. Че, патроны есть, не? Вот так хули морда опять эти сектанты. Это как так, вода наверху? Или это отражается просто с кого? Где? Кто мучит тут, блин? Ох, блин. Блин, прицельность тут, конечно, вообще просто зашкаливает. Да что ты, блин, а? Давайте кирпич попробуем. Ты что думал, блин, просто так, что ли, все будет? Догони меня, кирпич, да? Блять, столько всего валяется. Вон Томпсон валяется. Почему нельзя подобрать его? Ну это что за бред? Кандалы. О. Росточки. Типа женщины. Если что. Ну я имею в виду. Как бы этот. Блин, у меня столько вот для этого уже скопилось. А чё не лопается? Тут стекло, блин.
жестко. Лишивы уже все. А чё это? Еще одна. А чё они не беременные? Они типа пошли, короче, вызволять, что ли, с плена вот этих сектантов. Нельзя спасти почему-то. Почему я их не могу спасти, я не понимаю. Вот, блин, капец тут женщин, блядь. Чисто похитили женщин. Уроды, блядь. Ненавижу много таких. Плохо видно все на самом деле. Бобой. Здесь бобой. Я вас уже видел на рыбном рынке, мистер Рид, верно? Вы вели какие-то дела с этой потаскухой Анной. Что вы здесь делаете? Мистер Блэквуд, наконец-то я вас нашел. Вы поклонник моих проповедей? Нет, простите, они не в моем вкусе. Фред с рыбного рынка сказал, что вы знаете, где профессор. Ясно. Значит, он не упомянул о том, что я объявил войну Тодд. Я знаю, что вы искали Гарри Доу. Где она? Зачем она вам? У нее есть предназначение, которое необходимо выполнить. И вас это совсем не касается. Мне нужно задать ей несколько вопросов. Вопросов? Вы словно ищейка, которая идет по следу и ничего больше не замечает. Ты дурной, что вы вообще-то не интересует картины в целом. Ты сам сказал, что это профессор, не мое дело. Профессор, избранная. Такая важная персона не должна отвлекаться на ваши вопросы. Она последняя из провидцев. Послушайте, Гарри должна выжить. Нам грозит страшная опасность, и только она может предотвратить трагедию. Она одна из провидцев. Небеса посылают ей видения. Ей суждено спасти или обречь нас на гибель. Ничего не понимаю, что за ужас вы рассказываете? Какая трагедия, какая гибель? Опасность таится под городом. Ах да, вы же не знаете. Вся правда на этих фресках. Когда-то я изучал их днем и ночью. Когда-то я сам служил морю, мистер Рид. Но теперь уже не могу. Их нужно остановить. Гарриет. Просто ключ выносимо. Ко всему. Может, сэкономите нам обоим кучу времени и силы и изложите мне все вкратце? Существует космический цикл. Существует космический цикл в конце каждого витка. Ох, простите, мне уже недолго осталось. Пожалуйста, найдите Гарри, вы должны ее защитить. Я извиняюсь, но я не могу. Потому что уже режет. Удачи, мистер Рид, и все такое. Ужасно, блин. Мои уши.
Тюрьма? Я уже видел эти символы. Но где? Первая фреска. Подземный Критогонар существовал задолго до появления человечества. В этой чудовищной древней тюрьме заключена тайная дочь спящего, обреченная томиться там вечно. Давай, открывай. Еще один фрагмент загадки. Похоже на колесо. Что-то повторяется. Словно времена года. Это какой-то цикл. Вторая фреска. Но дочь можно освободить, передав ей семя спящего. Лишь немногие избранные способны сделать это. В каждом цикле ужасное видение притягивает к Тигонару тех, кто несет семя. Подожди, посмотрим, что у нас тут. Не то. Знание первое, второе. Ну и видение с избранным. Ну давай. Давай. Ты приехал сюда, потому что ты, походу, тоже избранный, блин. У тебя видение постоянно. Я точно видел эти символы. Но где? Печать Критогонара откроет путь. Многие будут пытаться и погибнут. Когда сойдут звезды, когда спящий зашевелится в своем доме, один избранный добьется успеха. Дочь освободится, и ее раздутого из ее раздутого чрева спящего зародится вновь. Жесть какая-то. Только вот фантазия, конечно, мощная. Это что такое? Где? Никого нет, одни челика ходят. Колесо. Ты кто? Профессор Доу, вы в порядке? В порядке. А почему вы спрашиваете? Кто вы такой? Вы должны пойти сама. Меня зовут Чак. Я пришел вас спасти. Роберт Рогмортон хочет... Спасти меня? Но я... Разве вы не понимаете? Теперь все в моих руках. Это цикл. Все повторяется. Она хочет освободиться, но этого нельзя допустить. Иначе всему придет конец. Что это за цикл такой? Он всегда начинается с Великого потопа. Потом из моря выходят кошмары. Только море отделяет наш мир от того, что внизу. Когда море поднимется, врата... Согласен. О, врата. Мы же не знаем, что там. Они не открыты и не закрыты. Они ждут. На офигеть, какой глубине. Какие врата? Тигонар. Врата не закрыты, но и не открыты. Но когда цикл закончится, случится одно из двух. О чем это вы? Но печать закроет врата. Закроет их навсегда. Профессор Доу, вы бредите. Нам нужно немедленно выбираться отсюда. Я не могу пойти с вами. Я должна побыть одна. Одна. Вы не понимаете. Я играю важную роль во всем этом. Закрыть или открыть врата могут только провидцы. Те, кого направляют видения. Я уже так давно их вижу. У меня тоже бывают видения. Именно они привели меня в Окмонд. А теперь и к вам. О, но это что-то другое. Наверняка. Я столько пережила. Мои видения должны быть особенными. Я не понимаю. Нас не может быть двое.
Мне нужно все обдумать. Ладно, я останусь здесь, с моей печатью. С какой печатью? Пророчество. Под гром таится древнее зло. Жуткие видения приведут одного избранного спасителя к его судьбе. И он сможет либо запечатать, либо освободить древний ужас. Пророчество гласит, что правительств много, но спасить только один. Потерпевший неудачу погибнут. Останется только один. Пророчество гласит, что правительств много, но спасаться только один. Остальные потерпят неудачу. Возможно, я один из провидцев. Видение приводит провидцев в Акмонт, и это судьба. Я тоже здесь из-за галлюцинации. Неужели пророчество касается меня? Возможно, Гарет одна из провидцев. Недавно Гарет дом были жуткие видения. Возможно, одна из провидцев. Я должен спасти Гарет. Мы с Гарет до провидца. Если верить пророчеству, успеха может добиться только один из нас. Но не плевать на Ретик. Она и так уже достаточно пострадала. Должен ее спасти. Я должен убить Гаридон. Мы с Гаридон провидцы, нас обоих преследует кошмарный день. Нам обоим суждено заточить зло под городом. Но пророчество говорит, что живых останется только один. На карту поставлено слишком много, так что рисковать нельзя. Да хорош, ты чё? Чё-то фигня, я вообще не понимаю. Ну давайте типа, мы добрые, типа такие. Я знаю, что мы... Да? Останусь только я. Если нас не может быть двое, то останусь только я. Простите, профессор. Нет! Нет, нет! Не смейте отнимать у меня мою судьбу! Она моя! Что-то бред, блин, произошел. Ты что, больная, что ли? Я ничего-то не то сказал. Да, блин, отправил бы ее тогда. В чем проблема-то, блин? Не понимаю. Ой. Я хотел сказать, чтобы она пошла отсюда и спаслась, а она, блин, нет, нет, не надо. Не надо отнимать мою судьбу. Это что такое? Сейчас жесть. Как-то подозрительная какая-то фигня. Символы какие-то. А где босс? Финальный.
ничего не понял. Я очнулся в больнице, увидел своего старого знакомого Йохаса Вандерберга, который внимательно наблюдал за мной. Печать, когда Критогонара пропала, а судя по тому, что я узнал в храме Дагона, мне без нее не обойтись, я должен ее найти. Что произошло? Йоханнес, что вы здесь делаете? У вас талант задавать неправильные вопросы, мистер Рид. Я пришел, когда узнал, что вы здесь. Меня это удивило, ведь в прошлый раз вы казались вполне здоровым. Я был под водой, а больше ничего не помню. Вы потеряли сознание под водой? Тогда вам повезло, что вы вообще остались живы. Если бы не царапины, я бы подумал, что вы просто слишком много выпили. Что вы делали под водой? Йоханнес, я видел под водой какой-то древний храм. Он выглядел странно. Просто кошмарно. Хорошо, я вам верю. Не буду выпытывать у вас подробности. А куда делись мои вещи? Я должен немедленно их найти. Я что, похож на работника больницы, мистер Рид? Нет, простите. Впрочем, вы переживаете за печать, верно? Откуда вам о ней известно? Вы еще очень многого не знаете, мистер Рид. Вам повезло, что я на вашей стороне. Может, вы ее выронили? Тогда стоит вернуться туда, где вас нашли. Советую спросить у персонала, где это случилось. Йоханнес, скажите мне правду. Откуда вы узнали про печать? Скажем так. Собирать информацию – это мое хобби. Именно так мы с вами и познакомились, верно? В общем, когда найдете печать, приходите в мой театр по этому адресу. К тому времени у меня уже будет план действий. До встречи. Взяли тетку, убили, блин. Ни за что, ни про что. Как, а почему вообще так произошло? Я все равно понять не могу. Как... Эй, он мне помог. Похоже, меня спас незнакомец. Вы знаете, кто это был? Так, посмотрим. Рид, верно? Ха, надо же, это был наш постоянный клиент. Постоянный клиент? Билли Дранан. Большой любитель заложить за воротник. В последние пару месяцев я частенько его вижу. Что, белая горячка? Точно. Карточка у него по швам трещит. А что он несет на терапии? Можно мне забрать свои вещи? Да, конечно. Вот они. Это все? Тут не хватает большого круглого предмета с такими... Простите, не припоминаю. Лучше радуйтесь, что на своих двоих уходите. Счастливо. Ох, мой живот. Никогда больше не буду есть пиво. Пиявок ел, блин, вообще. Чё, блин, того не поговорить, я понял. Почеши меня, да. Да, пожалуйста, пожалуйста, вот здесь, да. Зудит просто ужасно. В общем, здесь нет этого постоянного клиента в больнице. Блин, мне надо найти это, да? Терапию, он говорил, по-моему. Блин, ты нажимал, что? Так, Цивиль Уильям. Дранан. Дата рождения 89-й год. Диагноз хронический алкоголизм, цирроз печени. Безработный. Завсегдатай бара 7 дубов. Несколько раз был оставлен в больнице из-за почти смертельного алкоголического опьянения. 7 дубов.
Наверное, на какой-нибудь вот этот, да? Нет, значит вот этот. Ну пойдем. В бар 7 дубов. Опа, она. Оказалось. Я же думал, блин, конец дошли уже до конца. А тут нифига, оказывается. Я уж удивился, думаю, да, вроде Томпсона-то еще даже не дали. Картинка есть, а Томпсона нету. Это как так, с одной стороны. Так, ну ладно, давайте на этом заканчивать. Продолжим как раз следующую серию, посмотрим, что там будет дальше. Сейчас обязательно сохраняемся. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Спасибо за просмотр. Всех жду. Приходите еще.